Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Террарию. И я сейчас нахожусь, как вы уже заметили, не возле базы, далеко не возле. Если посмотреть по карте, то я другой конец нашел. Плюс я немножечко в джунгли забурился, но мы сейчас в них сходим более подробно. Я искал... О, кстати. Воднолисты, семена воднолиста, отлично. Семена воднолиста и воднолист. Хорошо, я искал луналист, семена, ну, луносвет, семена луносвета нашел. Также линзы выбивал, с ними пока туго, чтобы еще тулху призвать. Споры джунглей нашел, шпованные кандалы. Так, одна единица защиты, а тут что? Плюс две единицы защиты. Стремные. Выбил, кстати, шляпу. И дождевик, зомби, шляпа дождевика. Купил таинственную накидку у приходящего торговца. И здесь у нас помимо того, что вода, еще и деревца. А под деревцем, как правило, ну не как правило, всегда есть там сундучок, там может быть что-то хорошее. Давайте поэтому спустимся. И я что, дерево могу еще нарубить. Прям нормально. Да, посмотрите, дерева тут много. Древесиной, так, древесиной можно запастись, конечно. Но не так, чтобы ее тут бесконечное множество. Так, а это что? Песчаный кирпич. Хм. Это интересно. Еще тут кирпич забыл. И где, собственно... комната со всякими ништячками. Она тут непременно должна быть. Ну, насколько я знаю. Так. А, да, я еще нашел банку с двойным прыжком. Шипованное облако в банке. Я могу вот так вот, оп. Не особо далеко, правда, подлететь, но могу. Либо, скорее всего, затормозить падение. Твою налево. Где долбаная комната? Давайте глянем, что здесь. Что-то я факелы нещадно трачу. У меня их уже совсем мало. Давайте запасемся. А это что тут? Звездочек. Звездочек 4 собрал. Звезды потихоньку собираю. Маны все больше и больше. Песчаный кирпич. А чё там? Типа данжа местного или что? Что-то интересненькое. Вот что это? Хм. Я даже и знать не знаю. Чё это такое? Похоже на типа данжа какого-то. Или опять же... комната какая. Что это вот? Так, интересно. Малолечебное зелье, серебряное, факел. Веревка. Так, знамя заберем, конечно же. Мы их найдем, куда пристроить. Что-то в сундуке. Зазубренные песчаная буря в банке. Позволяет владельцу совершать улучшенный двойной прыжок. Это, по идее, лучше, чем то, что у меня есть. Зелье возврата, серебряная монета. В общем, все, да? Так, это как выглядит? Что-то я не понял. А, ну и все, да? Интересно.
Ну-ка, вниз, внизу что-то есть. Что-то такое, такое мы нашли тайное. Давайте взглянем. Из этого песчаника что-то можно потом построить, из этих кирпичиков. По-моему, это довольно красивый материал. Да, их можно тут нарыть. Ну ладно, это если что, я могу между сериями сделать. Я хочу серии больше делать такие приключенческие, либо боевые. А не про то, как я 100-500 кирпичиков кладу и строю что-то. Это я могу сделать и между сериями. Оу. Так. В воду я уже залезть не могу, окей. У меня дышать в воде ничего нету. Спелеолога изделия, это позже. Дышать в воде нифига нету. Лунасвет нам аккуратно нужен для зелья спелеолога, чтобы руду добывать комфортно, какую мы хотим. Ну, чтобы ее находить, вернее, да? Ух ты ж. Отличный взлет, ну-ка. Да, прекрасно. Мне это нравится. Так, вот это не очень. И все, да? Серьезно? Под этим деревом особо нифига не оказалось. Весело, ну-ка, а наверху дерева может быть что-то? Вот в чем вопрос. Плюс нам надо еще ктулху завалить. Ну, один ктулху не проблема. Больше пока нафармить не задалось. И не удалось. Давайте взглянем, может что-то тут наверху есть такое эдакое. У меня еще, кстати, зелье гравитации есть. Можно, если что, поискать острова. Если дело до этого дойдет. Блин, куча травища. Там нифига нету. Окей. Ну все тогда. Пойдемте на базу. И что изменилось на базе? База понемножку вообще изменяется, преобразуется. Здесь я расставил сундучки. Здесь синие, здесь золотые, здесь обычные. Здесь всякие ресурсы я отметил. Это статуя небольшой. У меня больше никаких пока статуй, ничего такого нету. Есть знамена. Знамена я пока хочу вот сюда развешать. Какие есть. О, блин. Комфортнее всего это делать будет сверху. Так. Линз, к сожалению, мало. 7 всего лишь. Так, где у меня тринкеты? Тут. Давайте вот эту шипованную тоже сюда. Одежду на этого парня оденем. Итак, мне надо подготовиться к ночи. Вот что сделать. Вот так вот. И вот эти знамена. А, здесь у меня, как видите, бабочку поставил. Картину доукрашиваю. Здесь у меня комната. Комната, в которую пока что никто не заселился. Здесь у меня только заяц. Ну-ка, шевелись. Ленивое животное. Что ты там уселся? Ну, вообще он бегает по террариуму. Может, его еще кормить нужно? А, фиг знает. Так, хорошо. И ладно, нужно садить лунасвет. Так, вот у нас семена лунасвета. Лунасвет был семена воднолиста. Да, воднолист. Всего лишь одно семя, блин, печаль. Ладно, это тоже посадим. Лунасвет. Это я, наверное, все буду между сериями делать. Опять же, в горшки садить там ничего такого эдакого интересного. Есть золотой сундук. Так, сложить по стакам. Окей. Так, это зелье. Лунасвет пока тоже сюда. Так.
Зелье железной кожи. Зелье света возьмем. Перышко парить позволяет. Строителя не нужно. Вот гравитация есть. Это, в принципе, нужно, но позже. Тут у меня дневноцветы цветут. Тут один почему-то только зимний вариант пророс. Что странно. Ох ты ж. Грибов довольно много. Здесь я не достроил немножко дорогу. Окей. Так, а вот эта дорога, да? Давайте вылезем. Ха, я линз-то не взял. Ну окей. Тогда быстро все-таки допророем все это дело. Раз уж так сфейлил. И быстренько сбегаем. Плюс у меня веревки же есть. А тут земляная стена, которая не нужна в данный момент. Веревок побольше сделаем. Тут будет теперь удобный такой путь до алтаря, чтобы крафтить призывалки или что-нибудь в этом духе. Еще надо будет прорыть, конечно, путь до ада. Этим мы займемся. Я, по-моему, сейчас совсем высоко, да. Совсем высоко сделаем. Спуск туда обязательно. Но позже. Можно будет с зельем спелеолога порыскать. Довольно так неплохо. Итак, ладно, пока у нас ночь не пришла. Или уже ночь подкралась. А, ну. Оп. Так, 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 так. Блин, прыгай. Свою вертушку делай. Так, а чё я прыгаю? Я ж могу в самом деле просто встать. Ну и все, выезжаем. Быстренько, быстренько, быстренько отсюда. Тут уже начало темнеть, хорошо. Или не очень хорошо. Как посмотреть. Так, 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 помчали, помчали, помчали. Нам надо очень шустро сделать призыватель. И продолжаем. К сожалению, у меня что-то произошло с программой записи. И я только значительно позже заметил, что не записал, во-первых, битву с Ктулху. А во-вторых, я с тех пор еще немножечко подстроился. У меня уже как-то так он выглядит. Ну, тут все еще будет заполняться. Это общие контуры. Здесь вот такой дизайн, пришла тусовщица. И я тут немножко деревьев решил посадить, помимо всего прочего. А в целом, так как у меня выглядит уже вот так. Здесь я построил другую площадку для битвы с Ктулху. Сейчас ночь наступит, мы с ним подеремся. Потом я планировал уйти в джунгли, но правильнее будет сходить, где у нас тут в искажение. И найти, где у нас там... С червем подраться. Надо с червем подраться тоже. Здесь я вот траву посадил. Она сейчас разрастется. И мы туда будем сажать, в общем-то, наши деревья. Приобретаются семена простой травы. Вот у Элизии. Вот они, семена травы. Это без проблем. Тыква есть у нее еще, смотрите-ка. Подсолнухи. Очищающий порошок. Ну, полезно. Жезл земли.
магически перемещать землю. По-моему, довольно бесполезная фигня. Также я раздобыл луносвет. Я не помню, уже говорил ли я про это. Он у меня где-то есть. Так. Здесь у нас, оп, ледошипы. Здесь какая-то трава. Здесь уже этих можно выкопать немного. Ладно, пусть растут, у меня их достаточно много. Грибная ферма тоже довольно успешно плодоносит. Ой, грибов полно. Но не будем сейчас на них отвлекаться. Здесь у нас дневноцветы уже по полной засажены. Здесь я тоже дизайн немножечко поменял. А, что я еще сделал? Вроде ничего такого особо больше. А, ну, да, на карте я здесь вот покопал. Потому что мы в этой локации уже копались, я не стал на записи это еще раз делать. Там ничего особо интересного, пару сундуков нашел, в которых всякая фигня. Но зато я копал с помощью зелья спелеолога. Так, где оно? Та-та-та-там. Так, зелье спелеолога. Довольно крутая вещь. На крафт зелья спелеолога нужна золотая руда, ну либо другая руда аналогичная, это что там, платина, если у вас платина в мире, луноцвет, мерцающий этот корень и, собственно, банка с водой. То есть вот этот вот мерцающий корень, он так и называется, но луносветов нету, они ночью цветут, соответственно. Тут у меня уже подозрительно глядящий глаз. Пойдемте пару желудей посадим. Здесь я вон бабочек для красоты поставил. Картина какая-то. Здесь картина. Дизайн будет пополняться всякими нюансами. У меня их просто пока что не очень много. И вот сюда в траву можно высаживать желудя. Да. Сильно близко их садить не имеет смысла. Что деревья, они разрастаются вширь. Так, сюда. Давайте где-нибудь. Сюда. Сюда. Здесь что-то не хочет трава разрастаться. Так, давай втыкай. Жги. Ну, что-то как-то криво работает посадка. Ты будешь садить? Нет, вот сюда легко посадил. А, и сюда посадил. Что-то, что ты мне тупишь? Окей. А тут как у нас? Да, гениально. Мега спуск. Ну и да, здоровья у меня уже больше, как можете видеть. Я там сердец понаходил, соответственно, когда рыскал по пещерам. Да, тут небольшие у нас деревья выросли. И они сильно больше-то и не вырастут. Понятно. А, пускай растут, в принципе, пофиг, насколько вырастут. Если еще что-то хоть немного вырастут, то отлично. О, что еще здесь у меня сундуками заполняется? Поставил статуйки такие, чтобы хоть как-то отличать. Ну, это очень условно, на самом деле, конечно. Пойдемте грибы соберем, ладно. Раз такая пьянка, делать нечего пока что. Я ждал. Скоро, по идее, ночь. Вот эти все грибы добудем. Без особых на то проблем. Оп, сюда. Замечательно. Грибов этих у меня уже просто полным-полно. Светящиеся эти грибы. Поехали. Так, что у нас тут? Семена грибной травы. Отлично. Мы еще наверху, конечно, будем грибной биом делать для хардмода, чтобы к нам гриб пришел. Где-то здесь я хочу комнату сделать отдельно. Но это позже. Так, сложить по стакам. Все замечательно. Зелье лучника у меня тоже уже есть. Парочку я нашел, парочку скрафтил. В принципе, как любое зелье крафтится, очень просто узнать. Берем семя, тащим его к нашему гиду и узнаем. В принципе, здесь, я думаю, сложности ни у кого не должно возникнуть. Все очень просто. И, кстати, я вот так и не рыбачил ни разу. Тут же, по идее, можно рыбачить? Хм, че бы нет. Ну-ка. Ловец душ. Наживки для Лоури. Необходима наживка. Твою налево. Почему нет? Делаем. Его. Делаем наживку. Наживка у меня где-то была даже.
Чтобы я только помнил, где. А тогда была. Тут деньги. А вот наживка. Деньги сложить. Так, наоборот. А, нет, не все верно. Все верно сюда. Тут у нас наживка. Светляк. Еще какая-то ерунда. Ладно, пробуем. Сейчас у нас уже ночь будет. Так, спрыгивай. Че, мотыль тут чем-то помогает мне, нет? Только тем, что его туда запихал. Хм, весело. Так. А как на этого мотыля ловить? Куда эту наживку деть? Сюда она вроде никуда не дается. Можно израсходовать, а как? Чё-то никак, ладно, пробуем просто половить. Тут что-нибудь клюнет, вообще нет. Как подсекать? Так же, да, наверное. Мотылек наш вылетел один. А, с рыбалкой надо поразбираться, я еще в эту тему вообще не вникал. Думаю, разберемся. Для меня это, как я уже говорил, в новинку рыбалка. Я не играл в обновление, где уже появилась рыбалка. Поэтому не очень представляю, как и что здесь ловить. Скорее всего, это не дикий экшен. Но сейчас экшен будет. Я заготовил ледяных стрел. Зелье, как я уже говорил. Надо еще, кстати, зелье на кожу. На броню, в общем. Так, рыбач. Что-то клевать явно мне ничего не хочет. Что-то я делаю не так. О, вообще выкинул. Замечательно-то как. Да, далеко не закинуть. Печально. По идее, на закате должно клювать. Или не очень. Или не очень. А, на пофиг. Бомба. О. Я могу ловить из-под воды. Отлично. Крутая опция. Пофиг. Забиваем пока на рыбалку. Идем, валим к Тулху. И сходим немножко в искажение, прогуляемся. Давайте я еще, наверное, зелье света возьму, чтобы подсветить. Зелье железной кожи. Так, все у нас. Музыка ночи пошла. Побежали. Такая вот у нас... Ох ты, что звезда. Отлично. Такая вот аренка, чтобы его было поудачнее валить. Блин, все не туда жму. Так, зелье железной кожи. Это зелье. Лучника. О, уже глаз летит. Тебе что, братюня, надо? О, линза. Линза в аккурат для зелья. Лучника это и нужна. Так, зомбик, ты вообще не вовремя. Где? Где ты наш? Вражинка. Теперь мы его можем конкретно бить из любых доступных мест. Без особых на то проблем. Ну, шансов у этого бедного глаза особо против нас-то никаких. Так, давайте я уберу карту, чтоб не мешалось. Ау-ау. Так. А, у меня же есть возможность... Летать. Ну, немножечко парить. Мелкие. Вторая форма у него даже, по идее, полегче. Там хоть этих гадов нету. Они не сколько дамажат, сколько раздражают. Вот честно. Все, вторая форма. Отлично. Валим оставшиеся.
Так, я что-то божественно запрыгнул прям к нему. Да умри ты. Я еще хочу, чтобы из тебя герб выпал, или как он называется, на стену повешать. Что я убил глаз Ктулху, я хочу, этот... Герб, это правильно, наверное, название или нет? О, крит на 50. Отлично. По-моему, нифига не выпало, да? Ничего хорошего. Что там с него выпало? Так, включим карту. А, демонитовая руда, само собой. Земля, зачем ты мне тут? В общем, ладно, ничего такого эдакого. Ладно, пойдемте. В общем-то, справились. Ну, как я и говорил, довольно легко. Он убивается. Нам теперь надо этого червяка подземного валить. Надо идти в искажение. Чтоб нам этой руды насобирать наконец-то на что-то большее, чем просто оружие. То есть, ну, на доспехи, соответственно, да? Так, 46 руды хватает. Хоть на какой-то кусок доспеха. Чё-то не очень. Сколько же, блин, доспехи стоят? Я вообще могу Или я не могу на этом алтаре доспех выковать? Доспех, скорее всего... Ну-ка. Проверим догадочку. Может, он на том алтаре куется, этот доспех? Я ж не помню уже. Я помню, что он в каких-то крафтах участвует. Сейчас, соответственно, и проверим. Ты тут, что ли? Да нет, нифига. Окей. Ладненько, тогда выкладываем ненужные нам зелья. Зелье света. А нет, зелье света оставим. Броню убрать. Малое лечение убрать. Земляная стена. Так, сложить по стакам. Вот это убрать. Зелье лучника. Может быть, пригодится. Стену убрать. Так, древесина. Древесина. Пусть лежит. Наживку мы уберем. Удочку к наживке. Разберемся, как мы на тебя ловить что будем, но чуток позже. Пока не горит у нас ничего с рыбалкой. Так, звездочки. Давайте сюда линзу. Сюда звездочку. Это сюда. Зелье света сюда. Факелы. Обычные сюда. Ну, вроде более-менее разрулил все. Так, семена порчи еще. Семена скинуть сюда. Ну и все, побежали быстренько в искажение сбега. Разведаем что да как. Дверь закрыть, наверное. И припустим. Сразу подсветимся. О, дамаг. Еще звезда, отлично. Я хочу быть вообще магом, конечно. Мне импонирует. Да чтоб тебя. Я хочу линз для зелья лучника. Это полезная штука. Ктулху мы призывать больше не будем. Может быть, я еще призову пару раз. Я хочу все-таки герб этот выбить. Который на стену вешается. Но это... Если будет у меня желание. Потому что шанс там, я не помню какой. Но не очень высокий. Либо просто... Эл, эскимосское пальто. Так, ладно, сойдет. Да, линзы еще и не хотят дробаться. В упор. Так, у нас еще одна звездочка. Замечательно. Уху! Так, а не, не разбился. Вот это прикольно. Возможность подлетать. О, звездочка, звездочка. Сколько у нас звезд? 3. Там одна. Надо еще одну.
Ну-ка, игра, раскошелься. Я ж не буду против. Так, сейчас начнется веселье. Хотя они довольно дохленькие. Так. Тут вода. Смотрим. О, летит. Летит красавец. Так, я тут на стену могу. Могу лепить на стену, отлично. Пока. Так, сколько у меня стрел? 102. Ага, тут нифига внизу. Замечательно. Можно зелье спелеолога, конечно, активировать. И посмотреть на самом деле, что тут да как. Да чтоб тебя. Взлетай в бесконечность. И далее. В принципе, я зелье спелеолога все равно сейчас могу делать довольно в больших количествах, не особо напрягаясь. Вот это что за фигня тут растет? Так, не до нее сейчас немножко. Че у вас так много? В честь чего? Так, окей. Смерта, че? Смерторесов. Короче, какой-то цветок тоже. Со сложно выговариваемым названием. И... Что, все искажение, что ли? Ну-ка. Тут что у нас? Так, парень, успокойся. А, это колючки, понятно. А вон смерть от чего-то там еще одно растет. Почему нам семян не дают этой смерти фигни? Это мы потом разберемся. Так, стоять, лук. Да чтоб тебя. Какой тут верткий. Уродец. Руды тут никакой я не вижу. Хорошей. Это все не нужно. Мне сейчас только золото интересно. По большому-то счету. Остальное нафиг не нужно. Так, вот если мы этот шар раздолбим, к нам придет в аккурат глаз этот. Ой, глаз. Червяк. Так, статую заберем. Хочу ли я призвать червяка конкретно сейчас? Что-то не очень. Я не знаю, справлюсь я с ним. Я еще и все зелья выложил. Наверное, лучше будет стоить сходить подготовиться. Главное, что место мы нашли. Вот это главное. Надо будет сходить подготовиться конкретно. И уже навязать ему бой. По нашим правилам. А пока что просто тут пробежимся еще немножко. Воу. Так. Идите лесом. Никакой интересной руды, тем более, здесь нету. Ну, есть только вот эти вот растения. Надо будет у гида посмотреть, что из них скрафтить можно. Сейчас еще в этой стороне посмотрим. Веревка. Всякая лабуда. Вот честно. Так, это дикая рыбка. Ну тебя нафиг. Так это больная реально. Сюрикены. Всякая шняжная руда, которая нам не интересна. Да иди сюда. Так, вот это по идее золото, да? Вот золото интересно. Вот это вот вроде золото или что это?
Да что такое смазал? Я добывать только не могу, да? У меня стрёмная кирка все равно. Ну ладно, ладно. Посмотрели, что тут есть. Пойдем в следующей серии червяка убивать. А пока что возвращаемся на базу. Да, вот у нас тут. Тут мы его и будем валить. Замечательно. Сейчас глянем у гида, что это за трава. Что из нее можно сделать. Создание. Смерторосль этот. Так, что ты позволяешь? Зелье магической силы. 20% увеличение магического урона. Лунасвет, смерторосль, упавшая звезда. Ну окей, это мы можем делать. Я такой магией пока не владею. Так, боевое зелье. Это полезная штука. Гниль еще нужна. Не проблема. Найдем зелье шипов. Кактус, зуб червя, жало. И нафиг ты нужно? Можно из... Так. Атакующие получают урон. Хорошо, зелье гравитация. О, контролировать гравитацию. Вот это самое нужное, но только перья. Это надо эти гарпии валить. Но мы выделим серию на то, чтобы это сделать. Так, пиранья нужна. Критический удар, выше шанса наносить. Это тоже хорошо, зелье возврата. Рыбы. Надо и рыбалкой позаниматься. О, так выкинул. И как-то эту гадость разводить надо. Ладно, мы заморочимся этим чуть позже. На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.